А вот почему не люблю устанавливать модификации, потому что меня дергает сразу в гараж обратно. А я ведь поставил всего лишь навсего крей... как какой-то крекер, блин, трейлер новый. Вот, и меня сразу перекинуло в гараж. Ну, ладно. Что ж, посмотрим какой-нибудь груз из Дюссельдорфа, может быть. Хотя я был в Британии, вот это нечестно. Это очень нечестно так делать. Что ж, ладно. Будем искать, будем искать. Два рейса я на сделке прошел без аварийно. Ну, что ж, в Ньюкасл, в Англию опять, да? То есть я, в общем-то, был в Глазго. Странно. Ага, да, был. Город открыт. Ну, поехали в Ньюкасл. Туда я уже ездил, тут большую часть на пароме нужно переть. А рейс будет в достаточной степени прост. Погнали. Тут недалеко и недолго. Обидно, конечно, что маршруты... А, вот он, новый прицеп. Вот, да. Это хорошо, вот он, новый. Вот. Ну, хотя бы установился. Я предлагаю, кстати говоря, его и потаскать. Хотя нет, ладно, потом потаскаю. Главное, что здесь установился. Отлично, погнали в Ньюкасл. Из Дюссельдорфа. Поехали. Так, ну что, вставляем ключ зажигания, заводимся. А, и вот еще что. Да, хочу посмотреть немножечко о своей компании информацию. Так, значит, что у меня тут с персоналом? Значит, ну, понятное дело. Так, этот чувак прибыльный, 651 евро за день. Я с него получаю, у меня уже 104 тысячи. Нужно уже искать гараж, но вот этот, конечно, прибыльнее, да. Так, ну, этот товарищ развивается в сторону дальних дистанций. Скания, как видно, прибыльнее. Ну ладно. Хотя так-то... Смотрите, 14 евро за километр. Это 4. Тут странно, конечно, получается. Здесь 19. Ну ладно. Погнали. За дистопливом. Так, свет включаем сразу. Значит, штрафанут. Вот так должна приборка выглядеть. Она выглядит вот так, изнутри. Ну ладно. Ручник ты снял? Какой у меня хороший трехместный гараж, в котором закрылась дверь автоматом. Так, а мне после этого поворота... Прямо. Прямо.
так игровое время 11 вечера. Значит, в ночь поедем. Так. Погнали. Вот, здесь топливо везем. А тут можно, кстати, настраивать вот эти вот штуки. Да, причем в огромном количестве их можно выбирать разные совершенно. Так, неплохо. Ну ладно, я везу здесь топливо. Тут запасной груз. Будет надбавка. Так, и вообще недешево довольно-таки стоит это все дело. Так, по идее 110 к концу рейса должно быть 1000 евро. Так, значит, тихо. Так, я буду маневрировать, наверное, все-таки когда же так он так разгоняется-то? Так. Погнали. Погнали. Я думаю, можно гнать. Так, включаем мигалку. Все-таки здесь топливо как-никак, да? Блин, какой же он здоровый, да? Это цистерна. Все, погнали. Значит, конфигурация такая. 45 часов, это почти двое суток. И, собственно, через 10 часов отдых. Ну, я думаю, на пароме отдохнем. Сейчас отсюда нужно налево. Так, ну что? Слева никого, справа никого. Вообще, ну, время идет к полуночи. Никого, хорошо. Только огромная цистерна дизельного топлива. А, кстати, как насчет бензина? О, у меня почти полбака. Ну, более чем полбака. Это уже хорошо. Этот выезд уже знаю на самом деле. Так, здесь для грузовиков ограничение 80. О, нет, 60. Ну хотя бы не 50. Поэтому можно чуть-чуть только разогнаться, и там вообще-то очень такая кривая дорога. Поэтому, в принципе, я включу дальний. Ага, и освещения уличного нет, поэтому поехали на дальний. Вести дизельное топливо. Бензин кончится, а все равно ничего, заправимся.
Неустойку, правда, заплатить. Ну ладно, это шутки шутками, конечно, не получится. А досадно. Было бы реалистично, если бы можно было так сделать. Он решил не рисковать, уехал сразу на другую полосу от меня. Хорошо. Молодец. Я сейчас направо. Точно час ограничения 80, но я же иду нормально. Он просто поворачивал. Он просто ПДД узнает лучше, чем я. Тормозим сразу. И заранее.
Так, на этом подъезде я уже что-то застревал и сильно матерился, что не могу поднять эту горочку этим тягачом. Коронадо Фрайтлайнер бы влетел туда вообще без проблем. Какое небо звездное, да? Раньше я где-то звезды не наблюдал. Только Луну. Чё-то не могу понять, мне навигатор 60 лимит показывает из-за того, что у меня здесь топливо за спиной. Кстати, если смотреть по карте, то я уже к государственной границе приближаюсь, но потом от нее нужно отъехать, а потом вот тут вот пересекаюсь, да, с ней снова, с границей. Да, но нет бы вот, ну вот придется объезжать. Поехали.
Вот как-то вот так сложно сюда войти, на самом деле, из кабины. Очень сложно, оркестровка нужна снаружи. Вопрос, почему увеличиваются обороты, если я с горки иду? Это что такое? Авторотация, что ли? Так, надо бы посмотреть, куда я вообще-то еду. Так, в Амстердам. Значит, по указателям нужно в Амстердам. Ну что ж, ладно. Это несложно. Так, нужно поворотничек включить и обогнать. Поворотничек выключить и не втюхаться вот в этих вот. Они там так хорошо оттормаживаются, что... очень высокая скорость. Тут 40 на таких разведочках, и там почти на 80 зашел. Так, на таких подъемах, на этом грузовичке, тягачке,
Такие подъемы преодолевать, конечно, не очень просто. Ручник. Первая передача. И пошли. Так, ручник-то я зачем еще раз одел? Давай включил. Shift и пробел перепутал. Кстати, тот чувачок, который я так чё подрезал, кажется, за мной идет. Половина шестого. Поднажать надо. Сбавляем. Мне, видимо, прямо почему-то. Ну ладно. Мне к парому просто поэтому. Ограничение платежок. Ага, уже 80. Вот туда мне направо. Паромный терминал. Все-таки обогнал. Блять. Первую ТТПшечка. Нет, не обогнал. Так, ну-ка посмотрим. Да, так, что у нас?
нас тут, блин, очень хорошо. Колеса. Шасси повреждены. Повреждено. Твою мать, внимательнее надо. Значит, в сервис еще надо сгонять. Еще раз хочет. Вот, спасибо. На, вот, все-таки на другую сторону пошел, ладно. Так, ну, что это было? Это было засмотрелся, так сказать. Кстати, сколько будет стоить ремонт шасси? Ну, кстати, не так уж и дорого. Блин, конечно, не очень-то прибыльно. Больше двух рейсов не получается без аварийно пройти. Так. Еще направо. Уже полседьмого. Перерыва остается 3 часа. Ну как раз на пароме там прервемся. Хочу посмотреть карту. Ну, надо прямо, да. Дальше придется плыть. Thank you.
выключу. Так, судя по карте. Так, судя по карте, мне направо. Справа у меня особо никого не видно. Ну да, я тут был. Файли сам терминал. Так, чуть не видеть ничего. Прибыли. Неудачный рейс. Ручник. Глушимся. Смотрим, куда. Так, ну, тут особого варианта нет. И охрененно дорого стоит это дело. В итоге я уже, получается, почти 2000 евро профукал, там еще 6000 евро, это получается 8000 минус, а там, учитывая 5-15, я где-то заработал максимум, я не знаю, ну вообще мало. И все. И Steam вылетел.